Сегодня в группу ВП зашел, там новое видео от НС, как на подме ебашите в роуминге. Это в смысле, блядь? Я ебашил на подме, когда НС аналитику вел свою. Он не знал, что у нас саппорта может быть. Так и шо, кто куда? Так он вообще играть не умеет, этот валет беспонтовый. Сори, Рослав. Вот это сильно было. Нет, слышь, я не хочу ноуды в мид. Здорово, Мипа. Ну, то, что типа гейство. Не хочешь. Короче, я буду тренировать. Давай, красиво. Тогда я что-то другое, наверное, возьму. Стоп флейм, Тим. Можно нехуса потише, ща. Ща. Так, мне сегодня должны будут смайлики сделать, по идее. Это хорошая новость. Мою капу не приняли, блядь, 4 раза или 5. Почему? Не знаю, твичи не принимают. Ее отклонили. Хотя она совпадает со всеми условиями точно. Здорово, хостик. А причина какая? Они я обычно... не знаю, просто отклоняют. Он понял, пендинг проходит где-то полтора суток, и его отменяют. Главное, чтобы Абадона не взяли. Шлюхи. Окей. Она сказала, Абадон контрит? Ну, типа, Мирана Роум с Абадоном это useless. Там, типа, если попал стрелой, ее сняли сразу. Если не попал, то вообще хуёво все. Вот, проще, у нас 6 кабов играет, оказывается. Так у них больше в тесте у нас, аля. Нельсон ТВ, спасибо большое. Тебе тоже приятного вечера. Кстати, в последнее время даже в соло ММ побеждать начать. Рано ровно. Короче, Ширья! Я не иду в легкую. Это, блядь, Куве, нахуй. Сразу. Это Куве. Дуди. Куве волшебник. Инфини. Thank you. Держись от точку, тем более, как Куве. Всегда. Твоя сиська. Алик, мы должны ебать с тобой. Хорошо. Ты слышал, Игорян, как по-английски этот донейшн мужик читает? Нет. Хай дуд, он читает хи, дуди. Спасибо, сиська бабы Зины, спасибо. I'm fine too. Nice one, good luck. Thanks for donation situation. Брат, не надо Магнуса в изи. Виталя, у тебя сколько этого ММРа? Ты сильный вообще? Нет. Хочешь профессиональную доту? Нет. Два это. Почему? Два это сейчас. Шарика. Горохи. Шарика? Всё. Что-то я прервал, когда ты, блядь, закатки интересовал в погребе, блядь. Нормально было. Жёсткая хуйня. Но огурцы больше как на какую-то хуйню были похожи, но я сразу понял. А я, блин, я уже перед этим... Вчера мы, короче, с друзьями собирались. Потом меня играли в Activity. Пиздец, что было. Знаете ведь, что за игра? Нет. Да ладно. Никогда не играли в Activity? А что это такое? Там, короче, тоже надо рисовать в некоторых моментах, и там такой пиздец. Мне надо было нарисовать. Там дается время минуту, за которую ты должен... Твой тиммейт, типа, должен угадать то, что ты рисуешь. И мне надо было нарисовать... противогрязевые крылья для машины. Еще был блеститель закона был еще. Нет, не справился. Это пиздец, как такой рисовать. Melody of Silence. Здорово. Так что, мы пойдем? Мы на топ берем. Я вот сейчас сижу, думаю, может мне, блядь, челлендж все-таки в пати записать, я все равно в челлендже на саппортах только катаю. Ну, редко на коре каком-то. Но это, блядь, нечестно будет, если я изначально сказал, что соло ММР будет. Ну иди забирай, они все иду. Снизу. Точно снизу? Вон лично, смотри, да. Ползет. Да, они все ползут вниз. Там плывет, но не успеет что-то. Урону отжимать. Так, а кто у нас? Алхимик, да, в миде будет? Да. Я постреляю в него. Стример в пути. Ты раскатаешь Игорянов в крокодиле? Да нет, точно нет. О, господи, здесь еще и лич. Боже мой. Игорь, а сможешь подать, чтобы он на месте постоял? Да. Я ему смотри, он стоит на месте. Ему. Почти. А давай бить его просто. Просто давай бить его. Эмбер сам себе линию заруинил. Давай алхимика теперь просто бить. Долбоеба. Только со мной даблой надо стоять. А я буду сосать окей. Дик. Своей даблой. Дауны. Опа. Ай-яй-яй. Если ты еще попал в алхимик, это пиздец.
что они какие-то охуевшие, блядь, тут двоечка стоять. Да давно. Забей. Что-то имбирина вообще жестко там. Фуриона, смотрю, хуярит. Что-то психанул. Оу, тучку постелил. Оу, нова. Лич топ рун, например. Да ёб твою мать, нет. Что за стрела? Лич на топ идёт. Лич на топ идёт. Надо ускорять стрелу срочно. Хуйня какая-то. Под определённый дизейбл только кидать нужно. Тебе не нужна курица. Да ёб твою мать. Игорь, я в топе готов принимать, только у меня липа нету. В топе? Да. Не хочешь подходить? Нет. Ладно, я встал тогда на руну. Так, чё у тебя по левелу третье? Химик не подходит, вот, да, к тебе? На топе нашего. Лич бьют. На топе. Блять, если сейчас мы никого не убьем... А, лич назад пошел, я понял. Если мы сейчас никого не убьем, я просто фармить кусты пойду. Бля, он просто на похуй бегает. И вахуй, ладно, я куст пошел, кач. Погаш, здорово. Главное, баунти не давать ему. Угу. Так, все норм. Что-то, это, в Фурионе задрот какой-то. Ну, сейчас так, ну, сейчас. Лол? А чё они не побежали? Конченые, что ли? Окей. Вечер добрый, Альберт, чатик, здорово. Митя кит. Митя ребенок. У вас нормально там все на топе? Ну так все. Скоро будет плохо, по идее. Регены у нас уже закончились. А лич уебывается. Химик убегает. Там Фурион какой-то задрот. Он ходит, пеньками спаун блочит. О, это что за делегация? Ой, хорош. Красиво ты делаешь. Ебашите. Ты просто так на него напал? Ты не видел стрелу? Так ты, по-моему, позже ее кинул, не? Я ее кинул вот отсюда. Налетело долго. Понял. Очень. Не, я просто ману хотел у него высосать, а там... А, ну, тогда мы тут на чувствительности, Игорян. Чувствительный алхимик? Очень. Лаланди, спасибо большое. Блять, как же жара заебала, пиздец. У меня уже лето, блядь, наступило в городе. Вернулся. Да? У нас тоже тепло. Мне пиздец как тепло, Игорь. Самое дурацкое. Типа в тени холодно, а на солнце тепло. На ебальник потеет немного. Да ладно. Не попал, да, писечкой прям. Прям чуть-чуть. Включи музыку, Ал. Блядь, она мешает, давай, будет, ребят, по-моему. Лич съебался. Так чё, Энигма? Энигма без тапок, без маны, туда я не полечу. Игорь, давай я тебя намажу. Давай ботлом прям? Нет, не ботлом. У меня ботла нет. Давай. Лича можем? Смотри. Да. Он убегать будет. И пошло, да? Значит. Чё он такой наглый, блядь? Под бровями просто рядышком. Давай я тебе горошек дам. Дропнешь что-то? Да не надо. Мне нормально. Так, там баунти на боте. Взять надо. Я бегу. Пошел нахуй тут. Пиконос. Че он не подходит? Ну, леса фармить еще будет. Я... Блять, тихо. Видя.
Будет под крипа подходить? Будет. Я там кину. Нигма еще идет. Чуть-чуть. А что, погнали? Это наш пом. Nice. Красиво. Найс! Also my goodies. О, тут еще и на топе баунти, найс. Кач так и прет. Надо рандомом кинул? Может попаду. Да ёб твою мать, ну заебало. Я на такой чувствительности это делаю, это просто пизда. Шреп! Что за хуйня? На ремонт. А ты будешь стримить процесс ремонта с шапочкой из газеты на голове. Меньше чем 3. Не, ну так вряд ли будет. Вряд ли сам процесс ремонта интересный и увлекательный. Это занятие на стриме. Но спасибо, Хейт, за значительную поддержку. Спасибо. Так, я пойду. Ты рецепт медасика добью. Хуёво, что я без тапок бегаю, конечно. Но медасик, если я до 9 сделаю, будет найс. Потом пойдет кач. Превращусь скоро. Джен, здорово. Да ничего, потихоньку дела сойдут. У нас что-то на боте охуевшие типа какие-то прям. Игорь, у тебя нормально все то? Да. Фурион ультанул. У них вижу, но еще на батруне есть. Фурион полетел куда-то, Игорь. К тебе, наверное. У них есть вижен. Плотный молодой человек с двумя ноль талисманами. Ох, ебать. За малым. Что-то они тебя взяли. Там еще Рубик тэпнулся. Такой хуйни не ожидал. Он еще дастами, кстати, был. Я, походу, никак там не спасался. Они подготовились. Окей, мидики пофармлю туда пока что. Так давай без тучи, братан. А, ты прям голый мидас? Да, голый мидас. Так, еще одного крипа возьму и пойду в куст. Все нормально у Эмбера. А че он? Там какие-то странные вещи происходили. Вообще никого не видно ни на топе, нигде, ни на боте, походу, их пиздец как много. Бля, куда он убежал? Серьезно? Опа. Это печально, надо еще крипа брать. Взял? Хорош. Взял. Пойдем в этом. В Миндиао. В мид? Да он, может, сейчас в лес пойдет как раз. Алла, ты попробуешь? А, ну если лес пойдет, то это найс будет. Он, по-моему, на инштур пошел. Вот скотина. Я сейчас ничего не попробую, у меня шмана нету на базу. Че он тут в кустах стоял? Он энчанты тучкой стакает. О, фак. Очки на Мирану за 13к. То, что тебе дико зажгли Вилата, ну, да. В смысле? Она потму. Украинские очки эти. Какие украинские очки? Ну, посмотри на Мирану, нажми. Твою? Да. Понял. А почему зажгли? Не знаю. Ему не понравилось, типа? Символично как-то слишком, ну да. Эти украинские очки, нормально. Игорян, я лечу. Подымешь его? Сейчас, когда катапульт будет подходить или не будет он подходить? Будет. Го? А тут крипов много. Блять, слушал. Ну в него попало. Я, походу, в меня тоже попало. Тут 4 человека в мире. Ой, блять, а у меня на липе подасты хватает. Дайте катапульту хоть медасом сделать. Бать-то подолго. Да. Задроты. Оп, оп, оп. Тут такой выходишь. Надо размять обязательно. Тут маны не хватит потом. Сейчас лишь без маны. Да, слава богу, я медас успел скинуть. Это вообще провал был, по-моему.
Факер, мазафакер, привет. Так, без сапочек, блять, без ТП, поехали в куст. Я пешком просто на мид побегу, там как раз алхимик сейчас без ульта будет. Или мы на боте будем что-то делать? Я хочу на боте что-то давайте, делать. Давайте, давайте, у меня ульта КД, если что. Неважно. Пошли Фреон найдем с тобой. Здорово, Алмаз, я поздравляю что? Тебя с такой ачивкой. Или он гору фармит? А, на топе Фреон. Вот он. Посмотри, бля, ну это с ультой, наверное. А по... А колснапчик. Да не, он бы не успел. Давай просто возьмем его. Вместе только стой. Пойдем там первый ультимейт, там три удара. Пойдет. И его тавер пушит, гейс. Он бы все равно вышел. Помятый тавер. Пойдем, Игорь? Куда? Помятый тавер на боте брать. Помятый? Просто Энигма одна пошли, так пошли. Себе пушит. Пока не палюсь. Я, наверное, отдавать буду. Вероятно. Я только встану, чтобы, если что, въебало прям дать. Такой себе роуминг, блядь. Миран получился. Никто не бежит, да? Угу. Вари мид будет ломать просто. На ТП, если что, есть. На топе. Полетим, Игорян? Ну я, по-моему, КД-то помню. Я за ним бегу только. Так, тапочки надо взять. А, КД. Вообще, можно. Давай. Ульта есть. Ульте пойдем? Давай, давай. Сейчас, ты когда делаешь? Жду, жду. Не видели ультимейта за Эмбера. Ну поебать. Тут Джаггер еще. Лич. Кого-нибудь. Ну привяжись ты, блядь. Джаггер в стреле. Добить есть его? Ёбаная боль. А! Дедушка! Листик! Чё? Изи. Ну, мы Джаггера не убили. Это плохо. Ну, мне пизда сейчас будет. Ну, я там тоже уже начал... Карту закрывать на всякий случай. Да не, ребят, не буду закрывать карту. Там начал чай пить уже. А, у меня предложение, давай я тебе буду донатить на арену, ты ее играть в Хейсе, что ли, хейт? Или о чем? Что за арена? Из таких арен, которые приходят на ум, только если на что-то донатить, это в Хейсе. Да я не знаю, пока давай лучше подождем обновления, я что-то не хочу Хейс пока что стримировать, там одна и та же мета. Собакин, go vision поставим, я с тобой похожу. Ну, чтоб тебя не взяли. Давка. О, ребят, тут такое дело. Что за дело? Так чё? Я вообще могу тебе их лучше отдать. Я на боту поставишь. Любой вместе. По-хорошему надо на эншентов поставить и в лес им один. Эншентов он уже, судя по всему, убил. Мне кусты надо им завардить как-то. Медив, здорово. Медив! А кто, кто на батруне? Лич? Угу. Я что-то засал. А мы будем брать его? Смотри, нас тут много. Меня не возьмут. О, господи, Иисусе, что это за дерьмо? В смысле? Ебать, он на хосте. Смотри, смотри, как сосет. Ал, туда надо точно вписывать. Да ебать. Я дал. Я бегу. Такое. Бля, Игорян, их там, их пиздец. Ну я просто дал алхимику. Меня сейчас возьмут. Бля, я с мидасом не в КД, мне нельзя умирать. Я бегу в инвизе. У них есть дасты? Нет, да, достов, я бегу. Да. Живи просто. Нету пока что. Смотри, Рубен Васильевич хочет, по-моему. Смотри, я возвращаюсь. Так, а Руби как побежит? Я дал ему. Блять. Нормально. Он умер. Надеюсь. Бля, вот это вообще не по делу. Давай этого тогда. Или ты Рубика? Добивай Рубика. Я его не добью. Понял. Смотришь, блять, сука, тычка. Там сзади Эмбер, Игорь. Да? Оу, щит! Move, bitch, get up to way! Игорян. Дал туда это. Досты. Блять, Алик! Я ничем не могу помочь, у меня маны уёбан, нету. Уёбан нахуй. Ты ушел? Да. Найс. Лич минус. Я пошел отсюда. Собакин минус. Энигма, там Радианс? Ёбаная боль.
Он сейчас, блядь, сейчас будет делать. Там будет жирная тварь. Experience! Оу, oh, we have free subscriber. Мадсон, спасибо большое за, за пересапчик в 2 месяца. Добро пожаловать на канал снова. Я рад, что ты с нами. Так. Че, в медиа будем что-то делать? Ну, я в фарме буду. Давай. Себе этот. Смотри, там Рубен идет. Да, он хочет нас сорвать, смотри. Он вообще не прав в этой ситуации. Ай. Липчик дал. Щипай, щипай его. Бля. Какой это... мисс, блять, из радианца ебучего? Это пиздец. Так, что у тебя по спеллам? Я подожду пока. Да это хуйло еще реген взяло. Да. Нам надо на миде. Go death mid, guys. Лол? Что? Что? А, ну мне досты. Мы его убили. Смотри, там еще Рубик умирает. Ну, Рубик пизды получает, да. Там. Или нет? Лол, да, Нигма, да, делай что-то с ним. Там Фурион прилетел. И, блядь! Я взял, взял, взял. Найс, найс, найс. Вот этого пойдем? Этого тоже убить. Да, да. Че он въебывает? А нету, блядь, когда я не понял. Да? Серьезно? Там Вижн стоит еще. Ой, Палтус, хорошо. Бля, а чё мне собрать такого-то? Такого? В ГГ. Манту делать? Манту диффуза? Мелшторм. Мелшторм? Лучше и там на патму. И вид снизу, кстати. Тихо, 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 дедушки, тихо. Ой, там в топе все? Там, да, весело. Блядь, мне так пизды дадут. Они дальше все пойдут? Или кто-то отобьется от стаи? Бля, они все идут. Я до базы иду. Блять, мне на ульт не хватает маны. У нас Нигма с черной дырой. Уже прилетел. Я регенюсь или что тоже? Фрэна почти хекс первый там тупо. Нормальный тип. Я могу ультимейт нажать. Сейчас вот. Пинков надо. Я, конечно, тапнусь на Т1, я не хочу лететь. Самоубийство. В смысле самоубийство? Почему? Почему самоубийство-то? Там дай, товар... дай брать надо. Ебать, какая боль! Джаггер меня плотно взял. Берите, берите сзади. Красиво. Я еще и товар не отдал. А я стрик взял с Фуриона. Nice. Правда, не особо что-то дали за него. За меня дали больше. Да что? Это найс. А квилку не вариант на 19? Не-не-не, это провал. Чё, лейк, можешь подходить? Нет? Ширья! Косик, пока. Я ж обещал на ремонт подкинуть. А снизу настоящий? Зарплата типа? Вроде бы и пришла, но чувствую, что где-то о, меня наебали. О, Мадсон, спасибо большое за значительную поддержку. Дай бог здоровья. Блять, я аж не прыгнул. Из-за этой хуйни. Спасибо, спасибо. А, только не алхимик. Очень качественно. А в топе он, лол? А, зачем он в топ пошел? Он топнулся пиздить всех. Плохо. Щигоряк. Здорово, Павленчик. Ну, Джигрут какой-то полубомж. Хотя вот, там денег сейчас должно быть. Смотрите, какое дело. По-моему. Рубля полтора, мне кажется. Боже! Это ты волшебник 2-8. Видел, да, Кивакин? Да. Кого там нашел? Никого. Никого не нашел. А, бурлен. Игорь, у тебя будет ТП на топ потом? Нет. У тебя спайлов даже не будет, да? О, я иду за ТП на самом деле. Как это дэфи, дерьмо. Они ушли? А, мне кажется, нет, они вот там вон ходят.
go fight, guys. Find him, find him. Нормальная тема. Опа, а никто есть, вот тут алхимик. Ты поделал он Т2. Дай ему что-нибудь. Давайте вовремя. Давай. Ребята, они только сыгранить можем? Да. Там сыган вылетел. Вернул. Ой, найс. Домашний. Что ты, блядь, удивляешься там, Валера? Вопросики он ставит. Для нас кис? У нас нет ни у кого-то. Да. Шреп! Хуйня не донат, а отвлекся немножко. Сори за эту хуйню XD. Сори. Сори. Ассисисисори. Спасибо, Мацан. За очередную поддержку тоже, опять же, значительную. Дай бог здоровья. Так, что вот у нас тут за крипцы? Савушонку въебала на. Так, теперь можно майл сделать, когда есть Яков. Эко? Яков. Не знаешь Якова? Не. Пони, здорово. Ну, Яша. Ну ты чё, Игорь, забыл, что ли? Говоря. Игорь, как так? Что за хуйня? Я на мид полетел помогать. Нихуя Джиггернаут что-то воюет прям. Нихуя там Рубик с тремя этими. Угу. Игорь, я смотрел, на тебя, по-моему, идёт, да? Ну, это ошибка, я считаю. Или мне показалось? Роковая ошибка. Там сверху роковая ошибка. Боже, что я сделал? Игорь, я там стрелу ему дал в пердак. А вот это вот Джаггера, давай? Попал. Ой, там Рубик в инвизе. Вот здесь стоит тоже, блядь. Нормально. А я специально, на самом деле, инвиз наболтал, чтобы он мне ответ не кинул хуйню. Я все прочитал. Ебать, кроме этого. Тихонько. Ты все? Да. Дайте Мидас. Мидас кинуть, Мидас. Да дай Мидас скинуть, шлюх. Блядь. Хоррор, здорово. Некоторое дерьмо. Ага. Чё, может мы с Энигмой в двоечка? Энигма без блинка вот, да? Ну почти есть, кстати. Может они блинк будут делать. Бля, мы сможем закиллировать вообще это дерьмо потом, попозже? Химика с Джаггером. Да. Наверное. В Division катаешь? Еще не, ребят. Я жду апдейта, как выйдет. Хотя он, может, вышел, я просто не особо чекаю. Пока что нет. Пока что сыровато там немного. Делать нехуй. Мы с Дейджером. Я знаю, как выигрывать эту игру через 40 секунд. Будем брать, гейс? Это манта. Я даю ульт, и полетели. Так это иллюзия. А это манта? Да. Лол. А где люди тогда настоящие? Ну вот в лесу бегают все. Так неинтересно. Как думаете, он один? Нет. Блять, он действительно не один. Я увидел, потом сказал. Да и тому победы осталось 10 секунд. Гондольер. Опа, вот это один. Только платный друг. Бля, ну он какой-то плотный все равно. Нормально. Игорь, там по-любому вот тут погоня сейчас будет. КДшечки скиллов продают? Смотри, смотри, смотри. Смотрю. Фуриона. О, ебать! Это Блэкхол там у этого? Бля, почему я? Почему он выбрал меня? Там Блэкхол. Пропустите! Да, у Рубика Блэкхол. О, так слышите, мы сейчас их размотаем. Да не, по-моему, не про эту историю. У твоего друга один БФ, они сейчас вас размотают. Это мой друг. Да колдуй. Хорошо. Колдуй шипы в картошку. Надо очень вот эту штуку убить, не попал. И все, в принципе. Обещали размотать. Сейчас размотаю, нет. Блять, я не попал в вард. Сраный радианс. Плохо. Вообще я хотел алхимика убить, если честно. У которого да, было 400 хп. Эту ебань хрен убьешь. Там Мека еще с Лича подъедет. Бля, тяжело против них пока что драться очень.
Мерзотный пик, пиздец. Пошел топ отпушивать. Господи, что за атака? Блин, топ, ребята, да, бегут? О, он еще иллюзию нашел. Отличная руна. У меня фура в топе. Блять, чуть-чуть не успел. Это иллюзия, братан, ну что ж ты так выпрыгиваешь? Это довольно толстая иллюзия, если честно. Так это с руны. Оу, ребят. Оу, щит. Блять, у меня маны не хватает. Возможно, даже холли щит. Есть. Нет, тут все. Вот такое дело. Представляете? Я видел. Бывает. Все, теперь пошел фармить. Огоним. Там актеринчик. Там пиздец, что. Она заебет. Это натуральные на боте? Хотя они там все. Натуральные. Нихуя я вовремя пришел. Вы начали закидывать, как маленькие девочки. Пойду попкорны возьму. Стой, постоящий. Спасибо, Мадсон. Боже. Ну еще не факт, конечно, но... Чудовище, сделай возможно, иллюзию. Возможно, что так получится, что мы закинем. Еще сделай, потому что Фурион сейчас полетит. Бля, на Сэмбер кусок дерьма, я вам отвечаю. Просто кусок дерьма. Мы будем на боте брать, тут смотрите, люди есть. Они ушли уже. Experience! Пожалуйста. Блять, я ТП сбился из-за этой хуйни. Скемискей, спасибо большое за подписку, дай бог здоровья, добро пожаловать на стрим. Я рад, что ты с нами, это ресупчик в 2 месяца, да? Они в ультикате, я понял. Миди, вон какой интересный человек. Надо уебать отсюда, по-моему, люди хотят лететь сюда. Кто там? Кого-то нашли? Да, Рубен Васильевича. Шляпа усатая. Нам топ ломают. Ну как это тебе сказать? Я лично ничего без ульта не делаю. Алхимику. Ебать, че я увидел, ребят? На алхимика нажал? Не. На джаггера? Не. На кого нажал? На кадык? Где ты, сука? Бля, я курицу видел. Она куда-то делась. Ладонь аж... Бля, дождался ее. Подожди, ослик. Игорь, там на боте шляпа фармит. Пойдем на него? Ослик, подожди. Через куст пойдет. Это натуральный, он на миде. Он в ультимейте, только за юзаном. Настоящий, кстати, на топор... Настоящий. Не хотим его приходовать? Если мы сможем... Зачем он гоняется, лол? Нашел куда-то. Бери свое дерьмо. Лич. Внимание, лич. Давайте лича. Ну, тут много их. Бля, их много. Не, уходим. У нас тут Энигма с блэкхолом, если Рубена высечь сразу. Бля, а вот натурально прибежал. Ну пожалуйста, блэкхол, ты чего? Вам пизда. Тут 10 человек, если что. Я, ребят, не знаю. Вас. О-о-о. Море, море. Энигма блэкхол въебал? Да не, Игорь. Господи, какой он уебан, зачем он сделал блэкхол? Я шел его спасать и... Я был почти гоним. Ай, закинули. У нас Эмбер нам не вычитает. Так, а чё он не положил розочку и не нажал блэкхол отсюда? Рубин он болеет, чё? Он подумал, даже... что это иллюзия. Он на иллюзии выпрыгивает, блять, а на эту иллюзию не решил выпрыгивать, хоть натуральный был. У нас мид падёт, к сожалению. А где наш Эмбер? Ох, какого. Он будет стучать, нет, там, фистиками? Чук-чук-чук-чук-чук.
мышку по Рубену, очень больно. Чуть не сдох. Да. Что он делает? Он умирает. Электрик. Нормально катает. Слушай, ну это походу не... И как с таким эмбером выигрывать? Никак. Ой. Он бы за три фиста бы отдефил бы это все. Настоящий. Но нет. И хотим попробовать? Блять, там много уже. Там много и тавру пизда. Ну ничего, блокола у нас нет. Бля, мы почти гоним. Мы чутка прям. Они прям высокую гору хотят бить? Угу. Самую высокую, если что. Господи Иисусе, что, я сделал? Чего? Я не знаю. Я забайтил. Это была иллюзия. ОМГ. Вы нормально там? Нет. Нет. Раздел как чутка. А чё он крутится? А Джаггер отбился, стоит, смотрите. Не хотим? Я ему... Бля, не даю по таймингу. Это направлено? Нет, это иллюзия. Вот, ещё одна иллюзия. Чё, мы можем? Почему не, мы не может можем? Розочку-то хотя бы положить? Наркоман, что ли? До свидания. Бля, он кинет что-то сегодня, нет? Джаггер кинул. Походу, я в фиксе. Секундочку. Там баночка пошла на тяху. А кто настоящий? Не веди ее сюда! О, варды подобрал. Ну, блядь, это пиздец. Это поражение. Обидное. Ох, ебать. Господи Иисусе! Огоним есть. Все нормально. Опа. Нет, не опа. Бам. Сейчас Enigma, Black Hole. Всемирых? ML fucking... Нет. Ой, у меня липка Д, липка Д, липка Д! Ха-ха-ха! Сука ебучий пидорас. Собаки, ну чё я не поставил статик? Опа. Опа! Только у нас трон падает. А так норм. А с этим что делать? Молодым человеком. Мне кажется, бежать от него надо. А не, у него долго еще ульта. Но долго еще вот ульта, и он всех убивает, по-моему, вместе с троном. Трон там сам по себе падает. Здесь секунды, я встать успею? Не, Игорян, скорее всего, нет. Точно? У нас Эмбер, он подбежал, хекс получил и умер. Ой. Блять, я ему репорт кину, отвечаю. Я гоним собрал. Блять. Так, по фану. Нет! Блять, там Фурион не дамажит вообще трон. Го дефить. Не дамажит? Точно? А Некра его? Некра... Я... Нет, не получилось. Я не успел Некрачом съесть. Такое. КГ. Господи Иисусе. Эмбер, Эмберок! Молодой. Чё, ну если мы втроём играем, надо Кора брать еще одного тогда. Что за дерьмо мне дали? Еще 23 минус. Так, ладно, я курить пошел. Я приму. А, поиск нажал. Далеко не разбегайтесь, ребят. Чирия! Это тоже рекламку жмякну.